В Благовещенске сотрудники уголовного розыска задержали 35-летнего местного жителя, подозреваемого в серии краж оргтехники из магазинов областного центра. Предварительно установлено, что злоумышленник в одном случае воспользовался тем, что отдел бытовой техники временно не работал, но доступ в торговый зал был свободным. Зайдя в торговую точку, молодой человек похитил с витрины два ноутбука и скрылся. При совершении других преступлений злоумышленник заходил в магазины, под видом покупателя аналогичным способом похищал товар. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска осмотрели записи с камер наружного видеонаблюдения. Однако на них четкого изображения лица злоумышленника видно не было. По общим характеристикам, манере движения, описанию его внешности продавцами торговых залов, сыщики установили личность предполагаемого злоумышленника. Данный гражданин ранее неоднократно попадал в поле зрения оперативников. Полицейские задержали его по месту жительства. Мужчина пояснил, что похищенное имущество он продал, а деньги потратил на собственные нужды. Задержанный подозревается в совершении 11 краж. Общая сумма ущерба составляет более 100 тысяч рублей. Следственным отделом МВД России Благовещенский возбуждены уголовные дела по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Расследование уголовных дел продолжается.